Хеюшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами поиграем в игру под названием I Hate This Game. Я ненавижу эту игру, и наконец-таки пришло время мне ее ненавидеть, потому что таки ее уже все прошли, кто мог, на ютубе. И, в принципе, вот, наконец-таки я добрался сам до нее. Ну давайте, давайте попробуем это обучение. Вначале нас будет учить, как же здесь играется. ВСД, пробел прыгать, пройти все уровни, каждый уровень новая задачка. Ой. Ну здесь я допрыгиваю, хорошо, завершили. Стены хранят секреты. Стены хранят секреты. Ну вот стена. О, все понятно. Опа, пропрыгали. Подвинь что-нибудь. Подвинуть что-нибудь, говорят мне. А что это значит? А если сюда пройду? Ничего нельзя. Здесь ничего не двигается. Может быть, надпись какую-то нужно подвинуть. О, дверь двигается. А если так? О, так работает. Так. Два. Ой, что-то. Вначале было два. Окей. Шесть. Ой, блин. Как же сложно здесь управлять. Ладно, давай перепрыгнем, покажется, сюда. Так, три. Или это восемь? Не знаю, восемь, семь. Шесть. Давай попробуем. Восемь. 7, 6. Во, открылось, все правильно. Операторы. Ну, это, в принципе, легко, я так понимаю. Здесь нужно, как и во всех играх подобного типа. Или как на трудах, да, мы делали. Задачки выполняли. Дойти, довести ток до сюда. А потом уже до сюда. Так, и как это можно сделать? Ага, здесь инвертирование идет, окей. Здесь что? Ага, вот оно, включается, выключается. А, так я открыл, что ли? Я даже не успел понять, что я сделал. Ну ладно. Это было просто... Рисуй. О, прикольно. Ага. Я чуть не сломал себе игру. Пипец. Я понял. Все понятно. Почти упали. Так, под собой рисуем. 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 Прошли. Прикольная, слушай, миссия. Только ты можешь покинуть эту комнату. Нифига себе, головоломочки. То есть мы с ним одновременно ходим, да, получается? Я так понимаю, нужно как-то его заблочить. А как это возможно сделать? Ой. А как тебя заблочить-то, чтобы самому пройти? Ну, давай попробуем сделать так, к примеру. Я не понимаю. Очень красиво сделал, кстати. Блин, братан, давай вали отсюда. Не понял. Ты это видишь? Я застрял вместе с этим чуваком. Ну мы же прошли. Мы сломали систему. Ну окей, нужно как-то его толкнуть, я думаю, что я правильно думаю. Но теперь нужно понять, как это сделать можно. Может быть, перепрыгнуть как-то, попробовать его. О, можно так сделать. Это максимально к нему близко мы будем находиться. Так. Вот гад, блин, как от тебя... Отстать. О, о, о. Во, идеально. Блин, идеально. Во, все, супер. Пошел в жопу. Так, здесь мы должны пройти. Ой, это прям какой-то Hollow Knight получается. Ой. Сразу нельзя бежать. Ну, это уже страшилка какая-то получается. Блин. Встал на миллисекунду. Да ёшки-матрёшки. Блин. Это сложно. Непонятно, сколько там этих ракет идет. Они, видишь, еще не сразу начинают. Да иди ты в жопу. Ой. Да не, блин. Это чертовски сложно.
Да не! Я уже был готов проходить. Есть! Офигеть! Самая сложная миссия пока что. Так, ну здесь ползунки, я понял то, что нужно сделать вот так вот, да? Здесь повыше, здесь пониже, здесь вот так вот. Опа! И долетели. Идеально, попробуй заново. Отлично. Сложный уровень. Так, хорошо. И что, здесь нужно... вверх, вниз, вверх, вниз. Готово. В принципе, легко. Рип. Так, окей. И чё? А чё с этим трупом делать? Я могу управлять, интересно? А, я могу управлять, окей. Во, должен допрыгнуть. Всё, на нём можно стоять. Опа, 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 красота. Ой-ой-ой. 2.5D. Это не 3D, но и не 2D уже. Окей, прикольно сделано. Вообще. Вообще прикольно. Так, здесь мы прошли. Чистота. Здесь вроде такая, да, идет. Я не знаю, я не понимаю. Вот, все правильно. Я не понимаю, на самом деле, где какая. Где именно такая? Вверх-вниз, вверх-вниз. Так, удвоенный. Что это значит? А где другая? А что значит удвоенный? А, двойной прыжок, прикольно. Опа. Грани. Здесь нужно писать, сколько граней, да? А, типа, я не могу пройти, окей. Ну, сколько здесь граней? Считаем, что... Я ж правильно думаю, то что 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или это неправильно? Здесь 1, здесь 4. Здесь 6 или 8? Если не 6, то 8. Ну да, 6, все правильно. Так, ну и вот и все. Довольно-таки легко. Видишь, я просто подумал, даже не 8, здесь даже было бы 10. То есть, если вот это вот считалось бы за одну грань. А здесь грань это вот эта вот черточка полная. Стрелки. Стрелки не работают. Стрелки. Почему стрелки? Может, на стрелки надо нажимать? На стрелки ничего не работает. А, два больше одного, может быть, так? Два больше одного. Два больше одного. Да, действительно так. Ой, я умер. Эй, сразу вы сказали, блин. То, что надо отойти. Не умереть. Так. Взял, умер, блин. Так, ну здесь легко. Хоп, разбилось все. Сбрасываем все это говно. Да нет! Фух, она заново не началась. То я прыгнул, видите, вниз. Окей. А-а-а, вот это да. Ребят, помните эти игры такие? Раньше были популярны всякие страшилки. Ой. А, то есть вообще нельзя касаться, окей. Я не знаю, получится у меня пройти, не получится, ребят. У меня еще коврик закончился. Ну давай, давай, давай. А туда-сюда, да, туда-сюда ходит. Так-то, в принципе, не сложно, но все-таки. Ну и нелегко. Смогу с первого раза, как думаете? Я буду пробовать. Изи. Изи, мастерство. Мастерство не пропьешь. Здесь сейчас первый раз пробовать даже не буду. Потому что мало ли не получится. Так, здесь уже осторожнее, потому что здесь меньше пространства, как мне кажется. Так, копатель онлайн. Что это значит? Копатель онлайн. Надо копать? Копаем блоки? Ну, я так понимаю, блоки это вот эти штуки. Да и вроде ничего не работает. А что делать с ними? А, зажать надо, окей. А вот этот не копается, смотри. То есть копаются только нижние блоки. Ну вот,
И что, теперь выбираем блок? А как его выбрать? А как выбрать блок-то? А, вот, на правую кнопку ставится, окей. Изи, вообще... Вообще изи. Выделение. Выделение. Работа выделения у нас? Выделение есть, окей. И что это значит? Может быть, я удалить могу? Давай пробуем делейт. Нифига себе. Блин, вот это, конечно, вообще... Замудрили. Замудрили вообще конкретно. То есть, определенные кнопки, которые ты даже не ожидаешь, что они должны здесь использоваться. А? Ты пьяный, иди домой, говорит. Ну, окей. Ай. Понял. 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 Сложно. Ой. 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 Да что ж такое-то, а? Ты пьяный, иди домой, говорит. Блин, слишком рано. Не хочет прыгать сразу. Потому что... Блин, как же это сложно-то, а? Все, супер. Вот это сложно было, действительно. Держи. Что это значит? А-а-а. Что это значит, держи, правда? Я держал. И открылась дверь. Я не знаю, что это значит. Можно было держать А и вот эту вот штуку. И кнопку, видимо, одновременно нажимать. Но я прошел с первого раза. I hate this game.net. Give that code HTML. Вы серьезно, блин? Заставляют меня заходить на сайты. I hate. Пипец. I hate this game.net. И где я код вам здесь найду? Где они здесь его спрятали? Блин, это прикол какой-то или что? А, give me that code. Эй, жесть. Give me that code. Как там дальше? HTML. Вот спрятали же, спрятали, да? Пипец. Пипец, ну это же надо, да? 2, 3, 7, 8, 5. 4, 6, 1. Ой. Да господи, 4, 6, 1, все правильно. А как мне пройти? Да вы серьезно? Заново. Нужно было сначала пропрыгать, потом набирать. Вот издеваются, блин. Ну давай. 2, 3, 7, 8, 5, 4, 6, 1. Пипец, да? Создавай. Ну окей, создаем персонажа. Так, это у нас ножки. Это у нас туловище. Это у нас ручка. Раз. А как ее ставить? А как ее поставить? Да камон! Почему она все падает так, а? А как ее поставить? Может быть, ее заморозить как-то можно? Видишь, она падает, я не могу. А ее заморозить же нельзя. Не понимаю ничего. Она толкает и все мое тело. Нормально здесь ничего не создашь. Ну ты посмотри, ну ты посмотри, ну это разве руки? А, мы неправильно сделали, скорее всего. Это вот так вот, да, делается. Здесь ставятся ноги, которые очень тяжело поставить.
Здесь уже вот эта фигня ставится. Так ведь, да? Потом само туловище, потом голова. И две руки. Но сейчас все развалится. Чекай, проверяй. Я не могу взять руки. То есть они не берутся, они падают сразу. О! Получилось? Да! Как это сложно, пипец! Как это сложно, блин! Ну и все, мы прошли, получается, да? Супер. Фух, ладно, ребят, давайте пока что на этом закончим. Интересная игрушка. Сложные головоломки. Ну, не везде сложные, но при этом сложные все равно. Особенно, если ты сразу не понимаешь, что от тебя требуется. Вот такие вот дела. Это была игра, я ненавижу эту игру. Но она мне нравится. Хоть она называется, что я ее ненавижу, но она мне нравится, ребят. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте, ссылка в описании и в шапку канала. Спасибо за просмотр и всем добра.